морю летите, да? Да. Знаете, как называют сов, летящих в сторону моря? Нет. Заблудшими. Вот у мора. А вот еще одна шутка. Как называются совы, которые... Сумрак! У нас гости. Ну уже вы отпусти меня. Я серьезно. Это в высшей степени невежливо. Я принес ужин. И он ни на минуту не смолкает. Миссис Пи, это я, Сорен. Сорен? Этого не может быть. Каждый день я искала тебя и Клуда, и на тебе быть похищенной этим грязным чудовищем. Чудовищем? Какая наглость! Капуша, кто эти совята? И почему они разговаривают с ужином? Мое имя не ужин. Похоже, ужин не в настроении, не так? Стойте, она не ужин. Она моя няня. Не люблю, когда меня вынуждают шипеть. Ну, да, мы так себя не видим. Действительно. Миссис Пи, это мои новые друзья. Это Гилфи, Капуша и Сумрак, кажется. Приятно познакомиться, ужин. Я хотел сказать, миссис Пи. Эти двое направляются к Гулимерскому морю, чтобы найти стражей Великого Древа. Серьезно? Что? Нет, Сорен, ты должен вернуться домой. Твои родители так встревожены. Нет, вы не понимаете, миссис Пи. Нас с Клудом похитили. Похитили? Его удерживают силой. Я должен найти стражей. Только они могут спасти его. О, нас ждут приключения, опасность, интриги. И, конечно, баллады. Нет, только не лютня. Такие вещи на меня совершенно не влияют. Ибо я поэт, помимо того, что воин. Если позволите. И хотя няня сказала нет... Малыш преисполнен был воли, он ринулся прямо в бой, навстречу шрамам и боли. То, что ты это поешь, еще не значит, что это песня. Вы не поверите, но эта поэма только что родилась у меня в голове. Думаю, они тебе верят. Это талант. Ясно, ну что ж, похоже, у нас впереди долгое путешествие, так что, миссис Пи... Вы же знаете, папа поступил бы так же. Именно поэтому я отправляюсь с вами. Что? Нет, не бросайте нас тут. Да, вы первые говорящие совы, которых мы видели за последние 8 лун. Если я услышу еще одну из его дурацких шуток про сов... Они клевые. Ничего подобного. А если я услышу хоть еще одну его в кавычках песню, меня просто вывернет наизнанку. Да как ты смеешь? Если бы ты хоть на минуту задумался, что твои шутки... Прошу вас, не уходите. Что? Вы хоть знаете, в какой стороне Гулимерское море? Ну... Сумрак знает дорогу. Конечно, я знаю дорогу. Мы летим к Гулиданскому морю. Гулимерскому. Гулимерскому. А знаете, миссис Пи, вы, наверное, первая летающая змея. Думаю, так и есть. И мне это так нравится. О, да.